Во-первых, уже тот факт, безусловно, отрадный, что нас в Киеве услышали. И, конечно, очевидно, здесь большую роль сыграл Александр Григорьевич Лукашенко в своем разговоре с Зеленским. Но вместе с тем услышали в Киеве и нас, оценили и состав российской делегации, и готовность к практическим переговорам. И мы видели, какие колебания были с украинской стороны. Они приняли решение ехать, вопреки предположениям всякого рода пессимистам, которые, мне кажется, зря здравствовали сегодня в течение дня. Сейчас самое главное – провести переговоры. Это фундаментная плита. Дальше от каждой фразы, от каждого тезиса очень и очень многое зависит. Очень большая ответственность, возложенная на нас, президентом России. Это не для патетики, это действительно так. И речь идет о человеческих жизнях. Поэтому у нас просто нет права провести эти переговоры как-то непрофессионально. Мы уже собирались уезжать, но буквально около 3 часов к нам поступила информация с украинской стороны о заинтересованности и подтверждении проведения переговоров. Переговоры пройдут в Гомельской области, как мы и предлагали. Сейчас отрабатывается маршрут и выбирается наиболее оптимальная точка на территории Гомельской области, где будет обеспечена максимальная безопасность для украинской стороны. Мы со своей стороны гарантируем 100% безопасность маршрута, проезда, и будем ждать на этом месте делегацию администрации Украины.